Приветствую вас на канале Самоделушки. Сегодня я предлагаю смастерить кроватку для маленькой куколки. Нам потребуется игрушка, которой мы будем мастерить кроватку. Бумага в клеточку. Картон, ручка, линейка, шило, клей, кисточка и краска, а также бумага для декорирования. И еще нам потребуется наждачная бумага. Возьмем нашего малыша. Поместим посередине страницы. Нарисуем донышко кроватки. Донышко я рисую такого размера, чтобы малыш смог комфортно спать в этой кроватке. Теперь я хочу сделать бортики у кроватки. Бортики будут размером примерно до шеи малыша. Я делаю метку. У меня получилось 7 клеток. Отступив 7 клеток, я рисую будущие бортики. Теперь я нарисую клапан для склеивания. Я посчитаю количество клеток, которые у меня здесь получилось. Поделю это число на 2. Мне получилось 6 клеток. И я нарисую клапан с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны и с четвертой стороны. Я знаю, сколько клеток у меня здесь. Теперь мне надо посчитать количество клеток в высоту. У меня получается 12 на 7. Я нарисую прямоугольник здесь. Зная размеры этого прямоугольника, я нарисую спинки для нашей кроватки. С другой стороны делаю точно так же. И нарисую полозья. Кроватка будет для малыша вроде люлечки. При вырезании я сложу деталь пополам, чтобы вырезать ее абсолютно симметрично. Вырезанную деталь я сложу по линиям сгиба. И теперь перерисую на картон. Кроме того, я перерисую все линии сгиба. Получившуюся деталь я вырежу. Сделаю надрезы там, где клапаны, линии сгиба, процарапаю при помощи шила и линейки, чтобы деталь сложилась ровно. Теперь склеим коробочку. Я использую зажимчики на время высыхания детали. Теперь я обклеила нашу заготовку бумагой для скраббукинга. Вместо бумаги для скраббукинга можно использовать цветную бумагу. Теперь нам нужно сделать спинки. Для каждой спинки вырежем 5-6 деталей, склеим между собой и обклеим их бумагой. Нам потребуются 2 детали. Хорошенечко их просушим под тяжелым предметом. Когда детали высохнут, они станут твердые. Теперь нам нужно делать края ровненькими. Для этого мы их пошкурим. Край становится ровный. Излишки бумаги здесь снимем вот таким движением. Склеим кроватку. Край кроватки я покрасила краской. Ну вот и все. Кроватка готова. Можно укладывать малыша. Всем приятного творчества и до встречи в следующем видео.